Достаточно много в разговоре была затронута тема по развитию как раз науки в областном центре, значит, по сопровождению деятельности наших крупных нефтяных компаний, предприятия «Газпром». Вы знаете, что самый крупный институт Тюмени и Гипрогаз находится на территории города Тюмени и обеспечивает все, скажем так, научной деятельностью. Основные институты и «Лукойла», и «Сургутнефтегаза». И теперь получается, что очень серьезная, скажем так, база в виде кернохранилища, значит, центра по подготовке кадров, науки, сегодня находится у «Роснефти» здесь у нас. Сегодня «Сургутнефтегаз» развивается, они строят два новых корпуса, и, в общем-то, их наука сегодня развивается на территории города Тюмени. Компания «Новатэк» также формирует свою научную базу в Тюмени.